Попался. Петушок попался. Тега, 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 тега. Тега. Тегоньки, тегоньки. Завернули ко мне. О, 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 идет, потерялся. Видите, видите, какой идет. Вот он, вот он. Не понял, куда зашел. А тя-тя-тя-тя-тюшечка. Это холмогорик, значит. А это вот Линдочка идет. Два петушка сегодня с ума сходят. Бегают по огороду. О-о-о-о. Видели? Помчался. Ой-ой-ой, сейчас там кто-то побежит. Опа. Ой, красавчиков наших. Погнал, Гошка. Так, еще один где-то. Вот он. Вот Гошка зашел и всех прогнал. Все. И разговор закончен. Да? Тегоньки. Тега. Ох, он какой Гошка. Ух, он какой Гошка. Линдочек гоняют, гоняют. Ох, они.
Мне кажется, у нас кончились дожди. Уже вторые сутки, как нет дождика. Снова будет сухо все. Холмогорик думает, прыгать или нет. На ступенечку встала. Угу, и думает. А там же линдочки плавают. Ну и что задумалась? Девица. Ой, наверное, назад вернется. Смотрите-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие вежливые стали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, молодцы, что скажешь, молодцы. Ой, а петухи, слышите, как поют? То ли их там загоняет, заманивает в стайку. Угу. Смотрите, это дождик грязный, наверное, был. Смотрите, какие пятна оставил. Грязные прям. Ой-ой-ой. Такие чистые листики были. Или это гуси, наверное, купаются, когда сильно так крыльями там машут. В пятнышку сделали листики. Нет, конечно, это гуси. Там все чисто дальше. Мой красавчик. Рич, ты здесь уже? Ух ты, молодечек какой у меня. Зайчик ты мой. Или ты не мой зайчик? Или ты вообще мой, но не зайчик, а? Рич, ну чё молчишь-то? Ой, молочка попил и серьезный стал сразу.
Ух ты, какой! Ну ладно, лежи, лежи. Ha 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 ha